Одинцовский округ – один из крупнейших в Московской области по развитию инфраструктуры и имеющихся на территории котельных сетей теплоснабжения. Общую картину по их состоянию, а также запланированных ремонтных работ по их улучшению и модернизации главе муниципалитета доложил Михаил Каратаев. На сегодняшний день в округе 208 котельных, на которых установлена мощность превышает 3200 гигакалорий. Основные котельные у нас газовые, но есть и дизельные, угольные. Мощность котельных зависит от размеров населенных пунктов. Самая крупная находится в Одинцове. Сети теплоснабжения имеют 500 с лишним километров. При этом многие из котельных требуют модернизации и ремонта. Износ источников теплоснабжения достаточно высокий. Самый большой это в МУП ЖКХ Назарево, так как туда попали у нас в основном все котельные военных городков, передаваемых от ведомств котельные, тоже попадают у нас в МУП ЖКХ Назарево. Следующий у нас Одинцовская теплосеть 65% и ЗИС оставшиеся 50% износа. В 2023 году запланирован ремонт двух котельных и одного ЦТП на сумму более 300 миллионов рублей. Планы на 2024 год гораздо масштабнее. В заявку включено 32 котельные. Глава Одинцовского округа обратил особое внимание на оформление заявок и проектных решений. Здесь можно поднять и количество проживающего населения, и количество социальных объектов, объектов промышленности. И, конечно, то количество жалоб, которые мы получаем в связи с авариями на этих сетях и на самих объектах энергоснабжения. Все заявленные планы на 2023 год нужно обязательно выполнить, подчеркнул глава муниципалитета. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».